Дорогие, мы на улице Большая Гальянская. На старой Гальянке. И там вдали виднеется Тагильский пруд, к которому мы плавно приближаемся. Стабилизатор у нас отсутствует, поэтому уже благодарю вас за понимание. Снимаю с телефона, потому что с камеры рука трясется еще сильнее. Иду довольно быстро. Дорога камни с землей. Здесь комфортно идти. Вот такая дорога, вернее, такие дороги по всей старой Гальянке у нас. Тут разные дома. Есть просто очень дорогие коттеджи. А есть старые дома. А есть вообще полуразвалившиеся. Видимо, у кого есть средства, те отстраиваются. У кого нет, доживают в старых домах без ремонта. Так, вижу водичку. Иду прямо с удовольствием к воде. Сегодня очень жарко. Хотя прохладный ветерок, но сейчас вот спину пригревает довольно сильно. Ну вот хороший домик. А тут вот напротив вот такие постройки 20 века. Травка-муравка. Смотрите, какая береза шикарная. И домик хорошенький рядом. И прудик. Улица Большая Гальянская, напоминаю. Мы выходим как раз супротив нашей местной достопримечательности маяка. Его видно отсюда как на ладони. Мы первый раз снимаем пруд с другой, с противоположной, вернее, стороны. С другого ракурса.